тогда была неверующей, и я страдала подавленным состоянием. И я не хотела жить. Я считала, что нелюбима, что меня никто не понимает. И я плакала и так далее. Но когда пришел в мою жизнь Бог, все эти страдания были забыты. Иисус меня от этого избавил. Он меня обновил, и я ему благодарна. Он мне все подарил, что мне было нужно. Он одарил меня своей любовью и радостью. Как я рада, что я больше этим подавленным состоянием не страдаю, что у меня больше нету такого, чтобы мне якобы не хотелось бы жить. Бог одарил меня счастьем. Никто бы не смог меня избавить от депрессии, но Бог это смог. Бог меня утешил, простил и дал радость. И Бог Иисус Христос готов точно так же всякого простить и принять к себе, как Он это сделал со мной. Бог хочет, чтобы ты пришел к Нему в молитве покаяния, принял Его как Спасителя и Господа, и жил как угодно Ему, и веровал в Иисуса, что Он Сын Божий, и что Он умер на кресте, заплатив за наши грехи, и воскрес для нашего оправдания. Бог протягивает к тебе руку свою с готовностью простить и принять тебя. Ответишь ли ты Ему взаимной любовью? Выбор за тобой. Иисус или этот мир?